Сегодня у нас чат-чат вот и ВКонтакте, и мы сегодня здесь, и... Короче говоря, присоединяйтесь, давайте быстрее, потому что сегодня будет интересно, много курьезных новостей прочитал, и вообще о святках поговорим. Так, читаю сразу же, кто у нас в чате. Ольга Пинчева. Когда про знаки зодиака расскажете, про весы не говорили. А про знаки зодиака я буду рассказывать, вот как только закончится святочная неделя, потому что мы вот все заняты будем очень-очень сильно. Суббота я могу писать. Привет, ребята, успели. Да, это чудес, у нас очень много. Поэтому, если вы не сумели зайти в чат, ставьте сердечки, фотографируйте. Там летят кайфовые снежинки. Все для вас. Вообще все самое красивое. Так, дальше читаю. Значит, ну вот никто не может мне даже ответить. Деточка Елена. Елена Яровенко, мы обязательно тебе ответим, не переживай, потому что вопросов очень много, у нас 43 страницы вопросов в чате ВКонтакте, вот, чат прямо вот здесь перед вами. Так, в общем, всем привет, да, вот, всех со святками, всех со святочной неделей, всех вообще совсем, чем только можно. А что делают святки? Святки можно только, мне кажется, гадать. Гадать или кого-нибудь прогадать, проиграть кого-нибудь отдать, загадать себе какие-то кучу желаний, короче говоря, что делают святки. Но я решила просто посмотреть, простудировать интернет, вот так чисто профукать его, что там есть вообще о святках. Доброй ночи, какая вы красивая, красоточка, здравствуйте, привет, вас тоже с праздником, расскажите про деньги Гекаты, слушайте, подождите, святки, Гекаты, куда все, подождите, дайте сначала про святки все рассказать. Итак, смотрите, короче говоря, штудирую интернет, и первая новость, которая мне вылезает на святки, то есть как люди празднуют, что происходит, гадают, да, гадания, в святки, все дела. Открываю новость, вот, честное слово, ничего не искала. Открывается новость. И самая популярная новость на святки в мире вылезает вот такая вот. То есть это то, что я вот первое увидела. Значит, самым крутым методом, который сейчас используют... Подождите, ребята, включу зарядку. У меня зарядка села у телефона, и мы сейчас можем вылететь отсюда и вообще куда-нибудь в тартарары. Одну секундочку. Так. Вот, смотрите, какая кнетель. Это же невозможно. Так вот, вот эти вот прекрасные люди, о которых сейчас идет речь. Значит, полиция уезда Биньян, провинция, выпустила 15 тысяч карточных колод с фотографиями преступников. Все святочные гадания на картах с преступниками. Звонишь такой, хлоп, милиции, говоришь, вы знаете, я там, кстати, короля Пик недавно вот лицезрел в столовой Пхеньяна, Пекина, понимаете, и вот там где-то еще и дама Треф проходила мимо из этих 15 тысяч карточных колод. Короче говоря, они на карточных колодах нахерачили там преступников и таким образом пытаются, чтобы преступники не играли в карты и не выигрывали деньги. Чикатило там есть. Вот, отсюда мораль. То есть реально, на святочные гадания можно наделать кучу всяких святочных колод. Очень интересных всяких... Представьте себе, например, политики Таро. Эй, вон какой дьявол к нам сегодня приехал. А чё, аркан хороший, неплохой, очень даже миленький. Короче говоря, в общем, это очень-очень все весело, интересно, но... Суть всех святок, конечно же, не в этом. Я, конечно, приглашаю вот завтра и послезавтра у нас еще два святочных дня в Бантеева групп. Мы там проводим прям гадания, показываем, как рерайтить старые вот эти вот сумасшедшие, непонятные уже никому ритуалы, как это все перевести на новый вообще, на новый уровень восприятия, на новый уровень мира, интернет-индустрии и так далее и тому подобное. То есть каким образом это все апгрейдить? Да, всем привет, меня зовут Наталья Бантеева. И вы у меня, да, в Перископе. Подписывайтесь, ставьте лайки, и вам там снежинки в подарок. Чем больше, тем лучше, это очень мне будет приятно. Так, да, Таня Ларина будет, она сейчас в Москве и приедет вот то ли завтра, то ли послезавтра. Мы сейчас должны с ней как раз связаться, поэтому она не может, она, скорее всего, в дороге, у нее нет интернета, поэтому ее не было в час-чате, ну и так далее и тому подобное. В общем, мы с ней все равно увидимся на святках. Мест, правда, нету, все занято. Сегодня проводили святки Ирина Десян и Дарья Воскобоева. Вся информация есть у них в группах ВКонтакте, в Перископе, в интернете, в Инстаграме. Можно все-все-все посмотреть. К тому же это все абсолютно безвозмездно. То есть вход даром абсолютно. И вот сколько мест было, вот столько они и занимаются. Вот все занимаются. У нас практикуется такое практически каждую неделю. Такие встречи, рассуждения, обсуждения, вопросы, ответы. Какие-то восстановления старых ритуалов. У нас такое проводится каждую неделю. Записывайте адрес, Очаковская, дом 5. Если что,
подавайте заявку, всегда можно туда прийти, какой-то вопрос задать. Каждую неделю проводятся определенные мероприятия. Проводят Артем Донсков, Ангелина Гартуева, Семенов, Женечка и много-много-много всех специалистов, которые есть в Антеева Групп. Итак, что вообще самого интересного я накопала в святках? Я открывала очень много-много-много сайтов и видела очень много-много всякой такой древней ерунды. Ну, например, мне советовали взять валенок. Понимаете, в чем дело? Взять валенок. Для меня вот это старое сразу стало проблемой. Последний раз я валенки видела в музее каких-то сельскохозяйственных промыслов, в котором я была. Ну, и какой-либо вообще там кустарно-кусарного производства или еще чего-то. Вот я последний раз там валенки видела. Взять валенок, выйти на перекресток. Я представляю, я стою сворованным в музее истории валенком посередине МКАДа. Ну, это так, теоретически хотя бы. То есть, ну, кроме деревни. Да, кроме деревни, конечно. Я сейчас говорю не про деревню, я говорю сейчас о городах, конечно. В деревнях возможно проводить такие ритуалы, и я только за, потому что у вас есть хотя бы ингредиенты для этого. Здесь же, извините меня, надо взять сапог Гуччи и пойти на перекресток между Арбатом и, ну, я не знаю, там, ну, хотя бы встать на перекрестке, где магазин Филипп Плейна, и кинуть хотя бы сапог в магазин Филипп Плейна, для того, чтобы разбить там витрину. Возможно, хозяин Филипп Плейна, жалясь на тобой на суде, возьмет тебя в жены, если ты будешь весьма приятно выглядеть. Короче говоря, ритуалы очень изменились, и на святке делать надо совершенно другие вещи. Вода освещается иначе, хотя все, что вот вы пишете, что в деревнях это все можно делать, да, конечно, можно. И мы все, конечно же, апгрейдим старые ритуалы. Мы сначала изначально понимаем, для чего они были созданы, в какое время и почему именно так проводились. Следовательно, это все апгрейдится, обновляется и приводится в нормальный режим времени 2015 года, когда, извините, у меня квадрокоптеры приносят мне еду, летающие тарелки сообщают о том, куда я завтра должна буду полететь и каким рейсом я завтра лечу, я узнаю из своего личного телефона. Короче говоря, вот такая вот сейчас история на сегодняшний 2015 год, поэтому я предлагаю гадать, как вам нравится, что для вас больше всего вот ближе в этом гадании. Не какие-то старые вот эти вот бумажки на каких-то непонятных корабликах пускать откуда-то куда-то. Ребята, какие кораблики? У нас давно уже у всех джакузи дома. Можно запустить, извините меня, кошелек своего любимого. Приплывет он к вашему берегу или нет? Выдержит его вода или он как говно всплывет? Возможно, так всплывет и ваше милый суженый, который вложил деньги не в то дерьмо, которое надо. Так что поэтому подумайте, но можно очень весело обновить ритуалы, можно очень весело провести эту святочную неделю, а завтра у меня встреча в нашем офисе на Очаковской, дом 5. Помимо этого, я всем говорю о том, что 21 февраля премьера перемещения перемещается в Москву. Мы будем в Москве на перемещении. Я, Пахом, Кадони, Дима Волхов, Баба Катя и все-все-все, и Ларина, и, ну, короче, очень-очень много звезд. Там куча звезд СТС и всякие разные СМИ, которые будут вас спрашивать, хотите ли вы поехать. И, конечно же, вы будете заполнять анкету, по которой вы первые попадете на кастинг перемещения. И все деньги, которые мы получим, скорее всего, будут кинуты сразу же на пару человек, с которых мы будем снимать в следующих сериях. И также 27 февраля Санкт-Петербург. Не пропустите. Сейчас вы покупаете билет, завтра вы оказываетесь со мной в одной ложе. Мы сидим вместе, смотрим впервые. Я и все остальные будут смотреть впервые это перемещение. Впервые вместе с вами будем вот так вот за голову хвататься. Мы еще себя не видели, мы видим только маленькие кадры. И все режиссеры, редактора и сценаристы этого прекрасного, вообще просто вот это все вещи, они скрывают от нас очень многие детали, но скоро мы все узнаем все вместе. Поэтому я хочу пережить эти эмоции вместе с вами. Жду вас в Питере и в Москве. Мы будем и там, но, скорее всего, и после Москвы я в Питер приеду уже с другими новостями. Я буду уже смотреть, как реагируете вы. Поэтому всем до встречи. Святки продолжаются. У нас еще на Медне должны быть несколько-несколько встреч в офисе Очаковская, дом 5, Санкт-Петербург. Ребяточки, все, я завтра буду в Перископе со святок, со своего Очаковского, дом 5. Давайте до встречи, всех со святками, гадайте правильно, современно, модно и круто. Понятно? Ну что вы не уходите? Мне не закрыть транспорт.